Приветствую! Давайте вместе заварим чай. А конкретнее вот этот вот прекрасный тигуанинь. Ну, конечно, вы его сейчас не видите из-за того, что он холодный. Но скоро вы увидите, как он заваривается. Для начала нужно прогреть посуду. Наливаем полный чайничек кипятка. Затем переливаем воду из чайника в чашу справедливости, чахай. Чахай у нас прогрелся, теперь прогреем пиалу. Ну и выльем остаток горячей воды на чайник, чтобы прогреть его еще раз сверху. Чайник это, как мы все понимаем, самое главное. Настал черед засыпать чай в чайник. Теперь, к слову, внутри чайника вы можете его видеть. Немного встряхнем чайник с чаем. И сделаем так называемое промывочное заваривание. Это заваривание не пьют обычно, его сливают. Оно нужно, чтобы промыть чай от всякой пыли, а также дать чайному листу, исходно скрученному, раскрыться. Угостим этой заваркой Луюя. Теперь чай готов непосредственно к завариванию, чтобы его пить. Уже отсюда издалека чувствую прекрасный аромат этого тигуаниня. Жалко, что вам его не будет слышно, так скажем. Нальем немного еще Луюю. Он заслужил. Ну что ж, готовый к употреблению прекрасный улун тигуанинь. Всего хорошего!